Ломаная линия, она представляет собой горизонтальную. Мы заканчиваем горизонтальную, как мы бы ее закончили точкой, но мы не поднимаем кисть и делаем вниз нисходящую линию. И в конце поднимаем кисточку. Точка. Раз. Здесь поворот. И вниз. И отпускаете. В зависимости от того, какой у нас иероглиф, линия будет иметь тот или иной конец. То есть заканчиваться острым концом или тупым. Итак, раз, протянули вниз, отпустили.